Здравствуйте! Благодаря этому видео вы узнаете, как зарегистрироваться на сайте Академии Cisco netakad.com с помощью Ctokena. После того, как вы получили от своего инструктора Ctoken, код посадочного места, пройдите на сайт Академии Cisco, который находится по адресу netakad.com. Нажмите на кнопку «Войти» или же «Login». Перейдите по ссылке «Redeem Ctoken» в окне входа, поставьте отметку о том, что вы новый пользователь. Заполните выпавшие ячейки на английском языке, как указано в загранпаспорте, а именно имя, фамилия, email-адрес и код посадочного места и нажмите «Подтвердить». После того, как вы отправили заявку на обучение в Академии Cisco, на указанный вами email-адрес будет отправлено письмо с предложением регистрации. Воспользуйтесь ссылкой, что указано в письме. Вы переходите на страницу с пользовательским соглашением. Внимательно ознакомьтесь с ним. Поставьте отметку о том, что вы ознакомились с правилами пользования и согласны с ними. После выберите из выпадающего списка страну, в которой проходите обучение, а также регион, который ближе всего к вам. Укажите дату своего рождения, и эти данные должны быть указаны корректно, так как в дальнейшем их изменить нельзя. Также важно указать часовой пояс, в котором вы находитесь. Из выпадающих списков выберите наиболее подходящие вам варианты о том, какой ваш опыт в сфере IT и сетевых технологий, и с какой целью вы проходите обучение в Академии Cisco. Укажите свой пол, а также хотели бы вы получить рассылки и опросы от Академии Cisco, и откроете ли вы доступ к вашим контактным данным работодателям. Убедитесь, что все поля заполнены верно. Следующая является страница установки пароля. Чтобы избежать несанкционированного доступа к вашему профилю, придумайте уникальный пароль. Пароль должен состоять как минимум из 8 символов, содержать цифры, а также строчные и заглавные буквы. Убедитесь в правильности пароля и нажмите кнопку Save. Регистрация завершена, и теперь вы можете войти в ваш профиль. Для этого укажите ваш email и пароль, которые были указаны при регистрации. Вот и все. Вашу учетную запись вы можете видеть в верхней части страницы, и при необходимости вы можете поменять регистрационные данные. Спасибо за внимание. Свои вопросы оставляйте в комментариях под видео. Успехов в обучении! Специалисты с международно признанной квалификацией CCNA способны проектировать, настраивать, а также эксплуатировать компьютерные сети и соответствующее оборудование как небольших предприятий, так и огромных интернет-провайдеров. Среди них можешь оказаться и ты. Начни свою карьеру инженера сетевых технологий в IT-сфере вместе с Cisco.